Добрый день, друзья и подписчики канала. Гриша из Брисбена с очередным видео, где все ведется без монтажа, без редактирования, говорим только о правде. Я недавно создал видео, которое говорится о посте. Пост – это когда мы не едим какое-то количество времени. Этот пост был, это мое видео было воспринято как бы неоднозначно. Я думал, что дал слишком много информации и не был конкретен ни в чем специфическом. И сегодня я хочу немножко рассказать о посте и чем отличается пост от голодания и как делать пост правильно. Давайте начнем с самого простого. Мы начнем с того, что чем отличается пост от голодания. Пост от голодания отличается тем, что когда мы постимся, мы используем те запасы, которые у нас есть уже в организме. Вся идея поста – это брать подкожный жир и использовать ее как энергию. Почему люди думают о посте как голодании? Потому что современный способ питания, он почти базируется в основном на углеводах. Углеводы, попадая в организм, я уже создал несколько видео, они вызывают высокий сахар в крови, и некоторые клетки берут, некоторые не берут. Но вызывается гормон инсулин, и он сохраняет это все в виде жира. Как только он сохраняет, вы опять голодны. Это происходит буквально через час, через два. И поэтому после 2-3 часа после питания человек нужно ему взять какую-то закуску, там яблочко, грушку или всякое такое. Это абсолютно выводит организм из равновесия, и это неправильно. Поэтому человек, когда кушает очень много углеводов, он считает, что если не кушать, будет голодание. Если кушать вещи, которые более исторически правильны для нашего организма, вот посмотрите, да, допустим, это сейчас у нас пошел в магазин, купил продукты. Если взять, допустим, историю, да, зима, где взять вещи, у которых полно углеводов не было? Люди запасались жирами, люди запасались белками, вещами, которые могут храниться долгое время. Углеводы хранить тяжело, если они в своем, как бы, первосозданном виде. И поэтому мы абсолютно как бы вредим своему организму тем, что едим то, что не натурально, абсолютно. Абсолютно не натурально все почти продукты, которые видите на полках. Была статистика недавно, я читал последнее исследование, что в современном супермаркете от 5 до 10 тысяч разных продуктов. Из них не более 80 реальных продуктов. Представляете? То есть это фактически больше 90% продуктов, которые вы идете покупать в супермаркете, это неестественное натуральное питание, что бы они ни писали на наклейках. Давайте вернемся к посту и голоданию. До того, как мы этого начнем, если вы новый на моем канале, пожалуйста, подпишитесь, ставьте лайк, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить никакие следующие видео. И также напоминаю, что я не доктор, это видео одной из серии «Поверь мне, я не доктор». Доктора дают нам диагноз, лечат, но они не заботятся о нашем здоровье. Я создал этот канал, чтобы дать людям понять, как лучше обращаться с тем, что находится вокруг нас, чтобы сохранить наше здоровье и не ходить к докторам очень часто. Итак, если ваше основное углеводы это что-то сладкое, используем сахарозаменители, причем, опять-таки, я повторяю, делал видео на эту тему, не все сахарозаменители одинаковые, эритрит, монфрукт и стивия, основные, которые не вредят нашему желудку, используем их, это первоначальное. Дальше, чтобы начинать брать энергию из кетонов или подкожного жира, разбивая его на энергию, нужно как-то заставить организм. Есть два способа. Самый тяжелый – это убрать всю глюкозу, либо в основном глюкозу из кровяного потока, но организм будет сопротивляться. Вы будете чувствовать голод, вы будете чувствовать головную боль, вы будете чувствовать много вещей. MCT – кокосовое масло, оно вам поможет вызвать кетоны до того, как закончится глюкоза. Поэтому где-то от 4 до 6 часов до вашего поста берем, если вы только начали брать MCT, чайную ложечку MCT,
масло. Если вы уже это делали, можно столовую ложку. Почему я говорю не больше чайной ложки, если вы только начали? Потому что может быть расстройство желудка от него. Дальше, если вы голодаете и все равно у вас какой-то голод, вы только начали не голодать, а именно пост, я думаю, что неплохо помочь себе стимулянтами. Самый лучший легальный стимулянт – это кофе. Если кофе без молока, без сахара, без ничего, но если вы не можете переносить вкус кофе, он для вас сильно горький, кодиум эритрит или кодиум монкфрукт или стивию, подсаждаем его и продолжаем. Это должно отложить ваш голод на буквально 2-3-4 часа и помочь вам с вашим постом. Когда вы поститесь, очень важно пить воду, и вода также будет вымывать витамины и минералы из организма, поэтому калий, магнезиум и правильную соль употребляем. Очень важно, чтобы мышцы продолжали работать хорошо и не было никаких побочных эффектов. Также напоминаю, это опционально, это не важно, но пост, если вы начали только делать, это в принципе шок для организма, то, что вы хотите. Но шок влияет на систему иммунитета, поэтому если вы хотите немножко ее укрепить, употребляем витамины в таблетках, витамин С, витамин D и цинк. Цинк – это минерал. Вот, напоминаю насчет витамина С. Я, по-моему, делал видео. Витамин С – это один из витаминов, который не задерживается в организме. Его половина жизни – 2 часа, полная жизнь – 4 часа. Это означает, что после того, как приняли витамин С в любом количестве, через 4 часа у вас его нет в организме. Поэтому лучше принимать меньшими дозами, где-то, я знаю, по 500 миллиграмм. Но несколько раз в день, там 3-4-5 раз в день. Таким образом витамин С будет поддерживаться. Витамин D, он задержится в организме. И поэтому лучше от 4000 интернациональных единиц до 12000 употреблять ежедневно. Можно за один раз, если таблетки там по 4000, можно 3 раза. Это ваше дело. Ну и цинк. Вот, давайте немножко поговорим, чем хорош пост. Первое, самое главное, он контролирует сахар в крови. Наше тело любит сахар, но оно не любит всплески. И очень трудно именно поддерживать эту структуру, если вы употребляете углеводы. Не употребляя углеводы и делая пост, вы помогаете уровню сахара в крови. Да? Помогать вашему здоровью бороться с воспалениями. Напоминаю, что воспаления очень важны. Люди не понимают, что такое воспаление. Когда у нас поднимается, допустим, температура, у нас есть воспаление, да? Она поднимается, чтобы убить вирус. Воспаление важно. Но воспаление важно на короткое время. Если у нас постоянное воспаление, это переход в хронические болезни. И это то, что организму не нужно. Поэтому пост помогает избавляться от воспалений пониженным уровнем сахара. Сахар – это самый большой оксидант в нашей жизни и углеводы, которые переводят там в сахар. И поэтому, убирая сахар из крови делая пост, мы понижаем воспаление в организме. Это также улучшит здоровье сердца и артериальное давление, потому что нету никаких этих перепадов, и вся система работает лучше. Также замечено улучшение функциональности мозга. Я уже делал видео насчет отношения потребления сахара и углеводов и мозга. Мозг любит энергию, но он любит постоянную энергию, опять-таки. Если мы сможем дать ему постоянную энергию, он это обожает. И вот пост, он помогает делать, потому что в тот момент, когда вы на посту, выделяются кетоны. И кетоны выделяются только тогда, когда печень их вырабатывает. И она вырабатывает на то количество энергии, которое нужно организму, без всплесков. Как побочный эффект поста, вы будете также терять вес, потому что будет подкожный жир обогащаться кислородом, развиваться на энергию. И это, я считаю, это побочный эффект, потому что если вы этого не хотите, нужно более правильно есть в эти 8 часов или там 6 часов, которые вы едите.
Но если вы хотите потерять вес, вам этот побочный эффект будет очень приятен, потому что вы заставите во время поста организму разбивать уже подкожный жир, который уже сохранился. Я говорю раньше о посту как о чем-то глобальном. Сегодняшнее видео о конкретном посте, называемом 16-8. Что такое 16-8? Это 16 часов не есть и 8 часов есть. Когда люди говорят о 16-8, это может быть 14-10 или, допустим, 18-6. Но самое важное – не есть дольше, чем есть. И когда вы едите, очень важно есть насыщенную пищу. То есть, если вы не ели 16 часов и потом начинаете есть пустую пищу, всякие макароны, все, которых нету ни минералов, ни витаминов, а вы просто испортите организм. Поэтому, когда вы решили поститься, выбирайте пищу, которая богата витаминами и минералами. Сегодняшнее видео не о пище, я просто говорю, что пост будет очень тяжело держать, если вы едите неправильно между постом. Вот. Очень концентрируйтесь на здоровые жиры. Что такое здоровые жиры? Это жиры, которые не были сделаны человеком, то есть не этот вот все вот эти вот масла, которые мы покупаем, like каноловые и всякое такое. Вы прекрасно понимаете, какие масла сделаны правильно, и я бы фокусировался больше на маслах, которые не видоизменены, как кокосовое масло, как сливочное масло и тому подобное. Очень важно употреблять также хорошее количество белка, потому что белок нужен для мышц, но белка не должно быть больше, чем 40% из питания. Я бы вообще, наверное, скорее всего, если бы делал пост, делал бы, допустим, 5-10% углеводов, а процентов 20-30 белка, все остальное жиры. Хорошие, правильные жиры. Не используйте жиры, которые вредные. Дальше. Еще одно преимущество поста. В тот момент, когда мы не едим, у нас происходит очищение организма не только на уровне желудка, также на уровне молекулярном. Из-за процесса окисления все у нас молекулы начинают и клетки начинают наполовину работать. И вот эти клетки, которые слабые, они будут съедены буквально сильными клетками. Я не буду внедряться в биологический процесс, но это действительно происходит, и очень важно это делать хотя бы раз какое-то время, потому что если не очищать организм, вот эти полуфункционируемые клетки могут явиться будущими болезнями. Вот. Также, что очень важно посту, это не делать его постоянным. Это не должно быть вашей рутиной. Пост, он сам по себе должен быть сюрпризом для организма. Сегодня, допустим, мы не кушали 16 часов, ели 8 часов, завтра переходи на 18, допустим, 6, послезавтра не кушайте день, потом покушайте. То есть идея должна быть сюрприза. Если вы будете каждый день делать не есть 16 часов, а есть 8, то организм привыкнет и не будет. Это будет все равно хорошо, лучше, чем то, что вы делаете, допустим, сейчас, если вы никогда не делали поста. Но не будет такого хорошего эффекта, как если вы каждый раз будете менять свою рутину поста. Экспериментируйте, пытайтесь, и вы увидите действительно, что у вас будет лучше настроение, лучше самочувствие, больше энергии, и действительно вы начнете терять вес, если это ваша задача. Если вам было интересно это видео или другие видео на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк. И также нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить никакие мои будущие видео. Если тема поста была интересна, пожалуйста, если вы уже поститесь, напишите комментарий внизу. Если вы не поститесь, но хотите, но у вас не получается, напишите, какие проблемы. Дело в том, что очень много людей, которые я знаю, пытались сделать пост, пытались сделать его неправильно и заканчивали тем, что были головные боли, был этот вот запор и всякое такое. Действительно, нужно правильно к этому всему подходить. Нельзя просто перестать есть и голодать.
нужно отличать пост от голода. Если другие вещи интересны вокруг поста, дайте знать. А на сегодня всего хорошего, до следующего раза.